Сегодня 13 ноября 2018 года. Наконец-то выглянуло солнце, ушел туман. И сегодня не пасмурный, а солнечный день. Я снова возле магазина бывшего «Уют» и улицы Украинской. Иду к карьеру, первому Желтореченскому карьеру. Но пойду я не по Украинской, а пойду так, как я ходил все время. Через мостик вон там вдали. Путь к карьеру Желтореченского рудника.